Люди, здорово всем. Сегодня будем играть растения против зомби взломка. Да, многие, наверное, думают, что ты читер или что-то такое. Но на самом деле я хочу всего что-то посмотреть. Как это сделать? Да, эту игру взломал именно я. А вы что думали? Эх, кого я обманываю? Это скачал мне мой друг. Спасибо большое, Со. Ну а теперь давайте начнем. Так, так, так. Ладно, ешь. Так, не сиди здесь, иди. Хорошо. Извиняюсь, люди. В принципе, люди, вы можете, ну, кто хочет, может мне потом говорить, что мне испытать. Я там не знаю. Нет, ну что он делает? Круто. Мы все это сделали на изи. Вот. Насколько я знаю, у меня этих, ну, бесконечных солнышек не будет так много, так что... Если что, будем уж потом играть по-другому, по-нормальному. Но главное это то, что мы будем тестировать. К сожалению, не знаю нормальный английский язык, я могу лишь только прочитать, но это смысла никакого не имеет. Так как я не знаю перевода. Ач. Да, так вот. Мы также ем сейчас пельмешки. Да, это я знаю, пенёк дает нам задания всякие. Давайте сделаем. Я знаю приказ, что здесь уже нужно делать. Да, очень долго все. Надеюсь, вам нормально слышно. Учитывая то, что я вот все играю на громкости самой высокой. Да. Конечно, многие могут подумать, что я читер и что-то такое вроде, опять же говорю, но я всего лишь это хотел лично для того, чтобы у меня были новые растения, хотел очень сильно открыть, посмотреть, что они делают. И в отличие от популярных ютуберов, я заглядываю в комменты, так что, что вы хотите, чтобы я протестировал, пишите в комментариях. Да, у меня телефон оптимизированный. Так что давайте. Да, я знаю. Мы их можем улучшить. Да, открою там, где можно искать. Это все у меня уже открыто. Вот платные растения, видите? Они, которые подсвечены. Они за реальные деньги, но мне помог друг взломать это все. За одну игровую денежку. Здесь золотые монетки. Давайте же играть. У нас опять мини-игра. Которая поднадоест сейчас.
Если вам такой формат понравится, надеюсь, то я выпущу дальше. Как по мне, самое сильное это... лёд. Ну да, и лёд, но он синк это для одного. А тут для нескольких молний. Извиняюсь. Просто очень вкусный пельмени. Отлично. Ну, короче, честно. Там нужно было ставить пинет, но у меня много других зон. Также, люди, если вы думаете, что вы можете сами взломать, то я очень советую. Так как эту игру почти невозможно взломать, нужно специально куда-то заходить, файлы, проводник из. Так что смотрите, можете пожелать мне удачи, не знаю. Но мы сейчас начинаем играть вот с этими. До сих пор не понимаю, что вот это такое, алоэ. Смотрим на вот этих персонажей, посмотрим сейчас. Вроде как он приманивает их, а потом взрывается. Не знаю, вот это что такое. Пока что я не понимаю, нет, это что-то другое. Он, кажется, что-то... Что это такое? Вау. Понятно. Да, это так вот и делаешь, нажимаешь на них, все, вот эта клубничка высвечивается. Снегурка, я обычно так называю. Там, где паузы поставим. Вот это что там делает так. Да, также есть вот этот вот. Мне нравится простым тем, что она баррикады ставит. Я буду делать минимально спокойно, наверное. Чтобы вы предельно могли понять, что здесь. Классно. А теперь я немножко давайте изменю музыку. Окей.
Да, давайте дальше. О, круто. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился видосик. Пишите в комменты, что мне еще сделать. Здесь будет очень приятно. Ну а с вами был Влад. Всем спасибо, всем удачи. Всем пока-пока.